Вечер в опере, сезон открыт. Распахнул свои двери театр оперы и балета. Яркие премьеры, концерты и масштабные международные фестивали готовит коллектив в 60-й юбилейный сезон. Что покажут артисты в новом сезоне, расскажет моя коллега Наталья Мальчикова. На сцене новый проект «Вечер в опере». Это цикл концертов, в которых прозвучат лучшие произведения русской и мировой оперы. Мне хочется поприветствовать в первую очередь вас, дорогие мои зрители, так как вы являетесь истинными любителями творчества и искусства этого храма. Храма искусства, храма музыки, храма волшебства, красоты, доброты. Впереди у нас плодотворный очень год. Будут новые постановки, будут новые премьеры, будут новые фестивали. И давайте все дружно пожелаем нашему замечательному театру, как я говорю, большому кораблю, большое плавание. Впервые в Чуваши в этом зале прозвучали фрагменты из Руслана Людмилы, Михаила Глинки, а также из опер Петра Чайковского и Николая Римского-Корсакова. Руслан Людмила, эпическая опера. Монументальный образ Киевской Руси, легендарные фигуры великого князя Святозара, богатыря Руслана, вещего народного певца Баяна. Удивительным образом артистам удалось повернуть время вспять, и зрители в одно мгновение перенеслись в глубокую древность. Ценители классической музыки были в восторге от игры артистов и долго не хотели отпускать их. Коллектив театра готовит еще несколько премьер. В 60-м сезоне у нас будут новые постановки. Значит, «Царская невеста» будет в ноябре. Большой грант выделен Министерством культуры России. Также оперный фестиваль. Потом у нас фестиваль чувашской музыки и балетный фестиваль. Балетный фестиваль также у нас будет премьера. Также мы выиграли грант главы Чувашской республики на постановку чувашского детского балета. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Андрей Шоклев, Игорь Зверев, Республика.